Моего папу зовут Евгений, и я его очень сильно люблю. Он по выходным любит спать. Ну, он все разрешает, и там его легко уговорить. Плохие папы не уделяют детям времени. Все на работе, там что-то дозвониться надо. А хорошие папы, они, даже если у них много работы, они, ну, хотя бы немного уделяют детям времени.